38 человек утонули в водоемах региона с начала года. Это в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Среди погибших трое детей, 35 человек спасены. Все трагические случаи произошли на необорудованных пляжах, и, как правило, жертвы находились в состоянии алкогольного опьянения. Купаться можно только в оборудованных для этого местах. На территории города Сарова в соответствии с постановлением администрации определено два места купания. Это пруд Боровой и пруд Протяжка в пределах, ограниченных буйками, обращаю ваше внимание. Во всех других местах, на любых других водных объектах нашего города и даже на Протяжке и Боровом, но в других местах, где нет буйков, купание у нас запрещено. Обычно в таких местах устанавливают знаки купания «запрещено», только сыровчане их часто срезают, рассказала Инна Родина. Однако отсутствие такого знака не снимает ответственности с любителей окунуться. Наказывают таких нарушителей рублем, штраф от 1 до 3 тысяч. У нас есть решение Думы, в котором прописаны запреты. Поэтому и там один из запретов – купание в необорудованных местах. Запрещено купаться, запрещено в местах, где выставлены запрещающие знаки. То есть все это, если комиссия приходит и видит, имеет право составить протокол, который дальше направляется мировому судье для рассмотрения. К обеспечению безопасности на саровских пляжах подходят ответственно. В начале сезона водолазы обследуют дно. Общее состояние воды и зону отдыха инспектирует специальная комиссия, а межрегиональное управление номер 50 ФМБА России регулярно берет воду для анализа. Последние показатели из двух водоемов – озера Протяжного и пруда Борового – удовлетворительные. Также на пляже дежурят спасатели. Там стоит медицинский пост, спасательный пост. На протяжении всего, скажем, светлого периода дня. Там дежурят спасатели и медсестры, к которым горожане могут обратиться за любой помощью или поддержкой. Там поранились каким-то образом или еще что-то. То есть там у нас все как бы с точки зрения безопасности все обеспечено. Спасатели поправляют буйки, лодки у каждого имеются, спасательные круги, жилеты и так далее. То есть все для безопасности наших любимых горожан. Анна Пилипец, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей Саров 24.